Вчерашний снегопад Сыктывкаре, как и предполагалось, перекрыл суточный рекорд 92 года. Выпало 19 миллиметров осадков при прежнем рекорде в 17,5. Таким образом, накануне в столице менее чем за 12 часов выпало 40% месячной нормы снега. Ситуация прямо сказалась на дорожной ситуации, однако заторов не было. С остатками снега во дворах коммунальщики продолжают битву сегодня. Как пояснили в гидромедцентре нашим коллегам из агентства Коминформ, сильные снегопады характерны именно для переходных периодов – весны и осени. Когда зима начнет набирать силу, вероятность подобных природных явлений будет снижаться. Сейчас наблюдается легкий мороз. Следующий серьезный снегопад ожидается здесь не раньше понедельника.